Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот интересный игровой набор из Фикс Прайса. Покупала я его... Так, почем же я его покупала? Цены здесь нету, наверное, около 70 рублей с чем-нибудь. Наверное, где-то так. Вот, давно я его хотела купить, но все думала, надо, не надо. И наконец-то купила, чтобы для вас сделать обзор. Так вот, вот выглядит он. Здесь купюры 50, 200 новенькие, да, у нас появились. 500, 1000, 2000. Как мы раньше без них жили? Зато вот появились, теперь я начинаю путаться. 200, 2000. Вот, как бы где-нибудь не дать 2000, и тебя захотят обмануть. Не дадут сдачу, а ты будешь думать, что тебе 200 дали. Или дадут сдачу, а ты будешь думать, что тебе дали 200, и дали еще сдачу, и там быстрее убежишь, пока тебя там не остановили, ой, а мы не то дали. И 5000. Все-таки они как-то вот, хоть и разные эти две купюры, но они как-то, как будто одно и то же. Вот, также здесь монеты. 10 копеек, 50 копеек, 10 рублей. Рубль уже отличается. Рубль здесь, наверное, 2 и 5. Вот, по 4 штуки. Здесь что-то не видно, четвертую. А, наверное, есть. Так, и карточка. Так, для кассового аппарата. Плюс 6 для ребенка. Так, и давайте ее откроем скорее и посмотрим, что же у нас там такое внутри. Кстати, здесь интересно сделано, то есть вот это одна упаковка, здесь вот есть еще другая упаковка, и вот еще как-то даже это было незаметно. Прикольно. Так. Так, давайте будем смотреть с вами. Маленькие такие купюрочки, они прям, ну, наверное, для детской руки, в принципе, может быть, будет и нормально. Так, конечно, больше всего меня интересует, по сколько штук каждой купюре. Давайте посмотрим. А их всего 3 штуки, я думала их 5. Почему я думала, что их 5, я не знаю. А их по 3 штуки, блин, ну этого мало, конечно. Даже 5000, чтобы, допустим, если играть в банкира, ты даешь 5000, допустим, чтобы тебе ее разменять, у тебя все равно не хватит. Тут всего лишь 3000. Тут тоже, считай, это 1500 всего лишь. То есть, блин, это так сложно. А, ну тут еще 2. Тут, в принципе, их только по 3 штуки. Это если играть, допустим, банкиры, это вам нужно купить наборчиков еще штуки, наверное, 2, 3, 4, 5, не знаю. Так. Вот тоже 3. Здесь у нас тоже 3, 50. Что же еще не сделали по 5 рублей-то? Так, давайте просмотрим сами купюры. Когда я покупала, когда я сомневалась, думала, брать, не брать, я боялась, что купюры будут просто бумажные. Но они, кстати, глянцевые, такие довольно хорошие, хорошо сделанные, четкие. Посмотрите. Они действительно похожи на наши, которые в ходу. Даже вот с этими циферками, даже интересно, ради интереса, бывают ли такие же циферки. Они, кстати, разные. Ой, не разные, наоборот, одинаковые. Вот, тут сразу подписаны игрушечные деньги, иначе вот так вот кто-нибудь кому-нибудь даст. Или ребенок захочет купить. Вот. Глянцевые. Ну, маленькие такие, конечно. Здесь вот тоже. Такие симпатичные. Даже вот здесь вот прорисовано. Эта штучка, ну, она чисто, да, прорисована. А, ну, полтинника тоже вообще-то она есть. Тут тоже все с циферками, с этими. Ну, качественные, кстати, классные, да. Ну, сделали бы, конечно, лучше 5 штук, чтобы их было бы, конечно, гораздо проще. А тут по 3 штуки. Сколько еще таких наборов надо купить? Как бы, ну, 5000, как бы они, наверное, не особо нужны.
Тысячные еще там как-то, может быть, будут в ходу. Тысячные, там, двухтысячные, не знаю, может быть, так вот для игры. А, конечно, мне кажется, больше всего должно быть вот полтинников, 200 рублей, чтобы было. А, еще 100. А где 100? Вась, а что, 100 нету, что ли? А 100 рублей нету здесь. Фигушки. 50 есть, обойдетесь. 500, чтобы было, конечно, много. Вот, ну, хорошие. Качественные такие, сделанные прям такие, все четко прорисовано, хорошо. Так, давайте посмотрим монеты. Монеты пластмассовые, кстати, жесткие такие, 5 рублей. Еще что-то там по-английски написано. Их 4 штуки. Главное, этих 3, а этих 4. Такая она, кстати, даже глянцевая. Где-нибудь в каком-нибудь автомате можно попробовать ее воткнуть, наверное. По размеру, мне кажется, она как раз подходит. Не знаю, автомат ее примет или нет. Я помню, в детстве пихали всякие монеты непонятные, ненужные, которые где-то там находились, чтобы автомат нам дал разрешение, допустим, поиграть в какую-нибудь игру. Забрать там игрушку, там вот как вот эти вот раньше были, там цапалки-то. Вот. Так, здесь у нас 2 рубля. Тут вот сверху пипка какая-то. Такие. Тоже 4 штуки по 2 рубля. То есть 5, 2. Здесь что у нас? А, рубль. Рубль, конечно, поменьше уже. Вот, тоже 4 штуки. Так. И чего у нас? 10 копеек. Ну, я не знаю, они вообще нужны сейчас. Они до сих пор в ходу, но при этом их не запрещают. Как бы, когда их дают слишком много 10-копеечными где-нибудь там целый, в итоге рубль, у меня создается впечатление, что у меня кошелек становится очень тяжелым. Я всячески стараюсь побыстрее от них избавиться. Так, здесь у нас 50 копеек. Ну, 50 копеек, да, они в ходу. Наверное, они еще будут... долго, хотя в некоторых магазинах я замечаю, что если даже получается сумма, там, допустим, 350 рублей и 50 копеек, то они 50 копеек не берут. Вот как тебе такой сюрприз делают. Так, 10 рублей. Ну, блин, классные, короче, классные монеты, крупные такие, плотные, мне понравились. И, конечно же, сама карта. Так, немножко недоклеена. Вот, сделано... А с этой стороны ничего нету. На пластмассовой штучке просто наклеена вот эта наклейка. Ну, по сути, саму карту вы можете взять где угодно, какую-то дать ребенку свою старую карту. Он может с ней играть, я, например, так делаю. Сейчас вот присылают всякие карточки на скидку по почте. Я тоже, например, ребенку отдаю, потому что мне она не нужна. Вот, ребенок с радостью с ней играет. Здесь вот классно то, что она пластмассовая, и то, что здесь углы не замахрятся со временем, не сломаются. Ну, хотя, конечно, если постараться, то она, может быть, и сломается. Так, держатель карты. Ага, 19-й год. По 22-й год даже. Класс. Здесь штучка. Ну, я думаю, даже можно отдать вам... Вы можете отдать свою старую карту с такой вот штучкой. Сбербанка, там, визы, там все такое. Вот, ребенок с удовольствием с ней поиграет. Ну, единственное, чтобы он только ее куда-нибудь не уносил из дома. На всякий случай. Вот. Такой вот у нас с вами был обзор. Конечно, все это я купила, эти деньги, не просто так. Сегодня я ребенку дарю подарок. Подарок это будет касса. Сама касса. На нее обзор тоже я сделала. Он выйдет где-то рядом с этим роликом. На следующий день, через день. Там, через день, скорее всего. Где-то вот так вот. Вот. И чтобы, конечно, у меня ребенок играл, занимался, развивался, чтобы ему было интересно. А на самом деле, кстати, еще продаются тоже игрушечные купюры, по-моему, такие же маленькие, в Альбрисе. Они стоят около 300 рублей, и там, по-моему, даже металлические такие вот монетки. Они прям вот 10 рублей, по-моему, монета, она прям аж блестит золотая, красивая очень.
Но там я хотела купить, не стала, потому что у некоторых там купюры не все положили, там, видимо, плохо запаковано, может быть, или что-то такое. И также, кстати, есть еще тоже в Альберсе продаются купюры пачками, то есть побольше размером, как стандартная, она запакованная, прям пачка, их там 100 штук должно быть. Но там тоже воруют, видимо, немножко забирают, и там, мне кажется, не 100 штук, допустим, а 75, там, 99, то есть вот так вот. Но я думаю, я тоже, скорее всего, куплю большие, потому что с большими удобнее гораздо играть. Здесь вот ребенку удобнее играть, но мне неудобнее, не особо удобно вот это все. Мне, ну, блин, не знаю, их и мало, и неудобно. Хочется, наоборот, если большой, допустим, магазин сделать вместе с кассой, то этих купюр будет мало. Конкретно будет мало. Даже 5000, как ее тут разменяешь особо? Тут 3000, это получается, тебе ребенок дает 5000, да? Или я ему, да, даю, он мне разменивает, и в итоге он остается вообще без купюр. Ну, там, 2000, да, тут еще, там, или там 4, 5, то есть, блин, это сложно. Я хочу, чтобы у моего ребенка было в кассовом аппарате много денег, и чтобы не нуждался он ни в чем. А детьми мы были, я помню, просто на бумажечке писали. Писали какую-то там циферку, подписывали РЭ, по-моему, или РУП, я сейчас не помню, или даже без РУП, может, даже не подписывали ничего, и играли вот так в магазин. Вот. У моего ребеночка уже будет немножечко все по-другому. А как мы играем в магазин, это все будет во влогах. Вот, где-то там тоже рядышком увидите. А, поэтому обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, потому что на моем канале ролики выходят каждый день, влоги выходят каждый день. И обзоры всякие вот такие вот интересные, они тоже выходят через день. Вот, обзоры не только с фикс-прайса, вот из Вайлдберриса выйдет, вот, также на продукты из обычных магазинов, продукты из фикс-прайса, всякое такое вот очень-очень интересное. И также, кстати, выйдет где-то рядом набор доктора, тоже купленного в фикс-прайсе, такой вот, тут интересненький, со всякими там шприцами, я его уже сделала, сразу обычно много делаю обзоров и потом монтирую и выкладываю. Он тоже выйдет где-то там рядышком. Поэтому обязательно подписывайтесь, обязательно жмите на колокольчик. Также пишите комментарии. Пишите обязательно, понравится ли вам такой набор. Чем понравился, чем не понравился. Обязательно пишите, потому что ваши отзывы будут полезны другим людям, которые планируют купить. Может быть, у меня все супер в наборе, а у вас, может быть, что-то другое было. Может быть, они у вас провалились быстро. Может быть, сломались. Может быть, не знаю. У меня ребенок бережливый, я сама бережливая, поэтому у нас все хватает всего надолго всегда. Обязательно ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Я все это стараюсь делать для вас, чтобы вы знали, сначала, что покупаете, а потом уже покупали. Вот. Также смотрите другие ролики. Обзоры на технику, обзоры на продукты из фикс-прайса, из других магазинов. Ну, влоги, естественно, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также на моем канале есть живопись, фоны, кулинария. Очень-очень много всего интересного в одном месте. Вот. Вы редко найдете такой канал. И на сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.